вечные, соблазнительные, героические, раскрепощающие, модные, выражающие протест, секреты джинсов. Лос-Анджелес, Калифорния. Дизайнеры только и мечтают о красной дорожке и звездах в джинсах. Если звезда надевает джинсы, сами джинсы тоже становятся звездными. Виннипег, Канада. Комната пыток, в которой новые джинсы становятся старыми. Кто бы мог подумать, что мы захотим выглядеть такими хрустящими в джинсе? Британия, Лондон. Используются новейшие технологии для разработки джинсов, которые не каждый сможет себе позволить. Подобрать идеально сидящие на вас джинсы сложнее, чем отправить человека на Луну и вернуть его обратно. Сан-Франциско. Эти джинсы мы купили на аукционе за $46,5. Старейшая джинсовая компания готова платить деньги, чтобы вернуть себе свою историю. Мне очень приятно, что у нас есть одни из первых еще клепанных джинсов. Мы здесь можем найти что-нибудь стоимостью в миллион баксов. А в Дурандо, в штате Колорадо, охотник за джинсой находит свое голубое золото на заброшенных рудниках и ранчо. Мы нашли то, что искали. Мятые, облегающие, сексуальные. Секреты джинсов. Каждое утро миллионы людей вылезают из своих кроватей и залезают в джинсы. Мужчины, женщины и даже дети по всему миру. У каждого американца примерно 7 пар джинсов. Я думаю, что и у меня столько же. Джеймс Салливан все знает о джинсах. Он даже написал о них книгу под названием «Джинсы. Культурная история американского кумира». Я журналист, постоянно пишу о поп-культуре, а за последние годы джинсы перешли на новую стадию моды, потому что они всегда были и всегда будут антимодой. Антикультура — это всемирное производство по изготовлению сотен миллионов пар джинсов в год. Но почему так много людей покупает эти пятикарманные джинсовые штаны? Все люди считают джинсы обычной одеждой, олицетворяющей их свободу, силу, возмущение, индивидуальность и сексуальность. Сегодняшний производитель способен вызвать в покупателей все эти чувства, вложив все свое воображение в изменение того, что придумали более 100 лет назад. Суббота, 5 часов утра. Рынок Rose Bowl Flea в Пасадене. Это один из крупнейших рынков джинсы на свете. Каждый месяц дизайнеры и коллекционеры со всего света копаются в тряпье в поисках своего золотого слитка. А вот здесь что-то есть. Дезо Андерсон, владелец небольшой фирмы Jean Junkie. Он ищет старые джинсы, которые могли бы вдохновить на создание новой пары. Покупатель сейчас хочет видеть на прилавке рваные, мятые, потертые джинсы. У этих все это уже есть. И они мне помогают находить кое-какие новые идеи. Некоторые ведущие производители джинсов перелопачивают груды старых рабочих штанов в надежде наткнуться на что-то, что смогло бы зажечь глаза покупателей 21 века. Старая пуговица или ярлык, или, может быть, потрепанный вид. Стремление дать этим вещам новую жизнь стало неплохим бизнесом. Вот это я купил у владельца старого ранчо, который живет недалеко от меня на юге Колорадо, на стороне Колорадо, Нью-Мексико. Брит Итон — один из лучших знатоков джинсовых изделий. Он изобразил уже пол Америки от Монтана до Нью-Мексико в поисках джинсов. Вот эти кусочки года эдак 1800-го. Люди отделывали этим свои жилища. Если бы куски были большими, неповрежденными, они стоили бы 5000. По идее, это и гроша ломаного не стоит, но я тут каждый кусочек могу продать за пару сотен баксов. Меня называют Индиана Джинс,
Потому что куда я только не езжу за этим, как некоторые говорят, барахлом. Но у меня в Колорадо этим барахлом завален весь склад на 4000 квадратов. Если хотите, могу показать. Он живет в Дуранго, штат Колорадо. Дикий Запад — место, где джинсы были когда-то американской мечтой. Извините за беспорядок. Здесь, как всегда, я часто привожу полную машину, груженную всем, что сумею найти. И вы, наверное, хотите спросить, зачем мне вся эта джинса, да? Ну, наверное, потому что каждый кусочек здесь по-своему уникален. Нет двух похожих. Это как снежинка. У каждой свой неповторимый рисунок. Вот посмотрите на это старое лоскутное произведение искусства. В этих старых джинсах строили Америку. Это рабочая одежда прошлого, забытая в погоне за прогрессом. Брит собирал все это по старым заброшенным городам и заколоченным шахтам. Я продавал такие джинсы, которых никто слыхом не слыхивал. Что-то совершенно новое старое. Вообще, в поисках этих вещей я езжу по таким городам, которых даже на карте уже нет. Ну вот, мы приехали. Каждые пару недель Брит отправляется в джинсовую экспедицию в какое-нибудь из загадочных мест, типа вот этой заброшенной шахты неподалеку от Сильверстоуна, Колорадо. Только посмотрите, как здесь все построено. Посмотрите, где они жили. Прямо на утесе. Для такой работы подходили только джинсы, так как джинсы — единственная ткань, не рвущаяся уже через неделю. Ладно, пойдем внутрь. Некоторые работники оставляли здесь свои старые джинсы. Старая плита, старый шкаф, ему, наверное, лет 100. Вещи, найденные в подобном месте, могут стоить неплохих денег. Вижу старые ботинки. Ага, крыльцо. К сожалению, Левайса нет. Для охотника за джинсы найти Левайс — это все равно, что наткнуться на золотую жилу. Но самая большая мечта — это найти прапрадеда всех джинсов, самую первую пару Левайс. Они должны были быть произведены на одноименной фабрике в Сан-Франциско около 130 лет назад. Милости просим в штаб-квартиру Леви Страус и компании. Лин Доуни, историк компании Levi's. Она покупает у таких охотников за джинсой, как Брит, старые джинсы, и складывает их в закрома компании. Эти джинсы года 1879-го, ближайшие по дате изготовления к маю 1873-го, когда Леви Страус получил патент на изготовление мужских рабочих джинсов с заклепками, карманами и двойными швами. Именно эти наклепки стали прародителями современных джинсов. Заклепки хорошо себя показали, особенно когда мужчины работали в реках по несколько недель. В тяжелых условиях Старого Запада клепанные левайсы стали настоящим хитом. Наши джинсы носили почти все. Шахтеры, лесорубы, столяры, все, кого сейчас бы назвали работниками в голубых джинсах. Но заклепки не были нововведением Левайса. Это портной из Рено, штата Невада, по имени Яков Дэвис, впервые прицепил заклепки на штаны шахтеров, чтобы из их карманов не выпадали инструменты. Левай купил патент на это изобретение и заклепал свои джинсы. На самом деле он не придумывал джинсы. Джинсы существовали уже десятки, если не сотни лет, до основания компании в 1850 году и в Америке, и в Европе. Хотя он был и не первым, джинсы Levi's пережили всех своих конкурентов. Но в современном мире высокой моды новые предприниматели Майкл Парадис и Майкл Кассель пытаются воскресить синие джинсы Дикого Запада.
Stronghold — первая компания по изготовлению джинсов в Лос-Анджелесе. Мы однажды натолкнулись на маленькую статью о Strongholdе из Лос-Анджелеса. Это все равно, что мы будто нашли Святой Грааль. Два Майкла купили столетнюю пару джинсов Stronghold, скопировали дизайн и начали выпускать под своей маркой. Но их джинсам по $300 за пару никогда не познать тяжкого труда. Ведь происхождение — это лишь то, что зарождает слухи. Это некий талисман, который получает вещь с определенной историей. Она уже заранее представляет из себя ценность. У любого предмета одежды есть своя история и даже душа. Это доказывает действенность исторических корней синих джинсов. У потребителей есть своеобразная тенденция. Особенно если это касается джинсов, то они часто имеют какое-то отношение к прошлому. Это как раз то, на что рассчитывают Майклы. Мы надеемся, что через сотню лет люди будут перелопачивать витрины магазинов с целью найти пару джинсов Stronghold столетней давности. В ночном клубе Angel в Сан-Жозе, в штате Калифорния, девушки носят узкие джинсы, парни небрежно свободные. А сегодняшний гость, звезда R&B чартов Бобби Валентино, кажется, вообще забыл их надеть. Я люблю, когда они так висят. Мы их так всегда носим. Их спускают, чтобы чувствовать себя более комфортно, понимаете? Когда они где-то в районе пупка, это не очень-то удобно. Нам нравится, когда они висят. Понимаете, о чем я? Скажи мне, как ты это сделал? В таких джинсах? Бобби Валентино обожает джинсы, особенно на девушках. Он даже написал о них песню под названием «Tell Me». Я написал песню, потому что считаю, что девушки в джинсах такие все цыпочки. И я хотел спросить, как у них в джинсиках все умещается. Песня, в общем-то, об этом. Песня стала хитом, и очень скоро фанаты уже пытались узнать, что же это за джинсы, фигурировавшие в клипе. И знаете что? Девочки, убедитесь, что на вас джинсики от Бобби Ви. Вы в них прекрасны. Бобби Ви — настоящий дилетант, он пытается заработать, запустив линию своих джинсов. Но в настоящее время успех зависит не только от того, как джинсы на тебе сидят, но и от того, кто их носит. И никто их так хорошо не продаст, как знаменитость. Поэтому, если хотите узнать последние хиты, обращайтесь в бутик Kitson в Беверли-Хиллз. Там постоянно приходят знаменитости. И когда они отсюда уходят, их фотографируют. Фотографируют в том, что они покупают. И нам постоянно звонят бешеные фанаты и кричат в трубку: «Я видел фото Пэрис Хилтон в таких-то джинсах. У вас такие есть? Как я могу их купить?» Всего одно фото может изменить направление колеса фортуны. Когда большую знаменитость щелкнули в джинсах мало кому известной фирмы Джей Бранд, маленькая фирма в пригороде Лос-Анджелеса сразу стала очень популярной. На этом столе побывали все 100 тысяч кусочков. Джефф Рус в течение 20 лет делал джинсы для других компаний. Я бы купил это. Потом он решил открыть свою собственную линию и скооперировался с Сьюзи Криппин. Я разрабатывала эскизы, занималась вопросами рекламы, работала со знаменитостями. У Сьюзи не было опыта по работе с джинсами. Но она работала со знаменитостями, разрабатывала для них модели одежды и хорошо знала, как надеть что-то на известного человека. Я как-то была приглашена на завтрак и встретилась там со стилистом Анджелиной Джоли. Она спросила у меня, мои ли это джинсы. Я сказал, что да. И тогда она сказала, что Анджелине они могли бы понравиться. Мы послали ей несколько пар, и они ей правда понравились. Через какое-то время газеты протрубили, что любимые джинсы Анджелины Джоли марки Джей Брандт и Джефф и Сьюзи продали почти полмиллиона пар. Понять то, насколько важны кому-то именно твои джинсы, это дорогого стоит. Чтение для души. Использовать знаменитости для продажи чего-то — нормальное явление. Все равно, что Кельвин для тела. Брук Шилдс начала продавать джинсы Кельвин Клайн 30 лет назад, познакомив женщин с новым словом в мире женской одежды. Джинсы Кельвин Клайн. Но задолго до того, как будущие звездочки стали продавать джинсы, первыми их на карту нанесли голливудские мужчины. Все началось с ковбоев и стильных фильмов. Голливудские ковбои носили джинсы, но на самом деле ковбои, населявшие Запад, не носили джинсы.
Думаю, костюмеры того времени не были приверженцами достоверности. И поэтому все люди, но все же в душе ковбои, смотрели эти фильмы и начали носить джинсы. В 30-х годах 19 века классический вестерн «Почтовая карета» сделал Джона Уэйна звездой и провозгласил джинсу обычной одеждой ковбоев. Для молодого поколения парней он стал настоящим идолом. А когда им пришло время самим стать героями и проявить себя во Второй мировой войне, они прихватили с собой джинсы. Они были в них, когда уезжали обратно домой. И тогда кто-нибудь их спрашивал: «А что это на вас? Можно это у вас купить?» И так первые джинсы оказались в Европе и в Азии. Но если распространение джинсы получило благодаря войне, то известность они получили благодаря миру. Все, кто возвращался с войны, был героем. Героем с чистыми намерениями. На каждом были джинсы. Многие ветераны обменивали свои джинсы на белые заборы на окраинах городов. Но были и те, кто не хотел и не мог соответствовать послевоенной Америке. Многие парни надевали свой Levi's, прыгали на свой мотоцикл и колесили по Америке в поисках лучшей жизни. В 1953-м на экранах появился фильм «Дикий» с Марлоном Брандо в главной роли, сыгравшим байкера в голубых джинсах и антигероя в клепанной джинсе. «Никто не смеет мне приказывать, что делать». Фильм «Дикий» в 1953-м, безусловно, вырисовывал модель расчетливого мятежного американца. «Мама! Мальчика, ребенка сегодня ночью убили!» А после фильма «Мятеж без причины» джинсовым идолом Америки стал Джеймс Дин. «Ты хочешь убить своего собственного отца?» Джинсы становились все более сексуальными и бунтарскими. Они все чаще появлялись на тех, кто чинил мятежи. Было довольно опасно делать что-то в послевоенной Америке. Было полно мятежников, скажем так, пугающих парней. Джинсы стали нести в себе опасность. И если ты их надевал, ты превращался в опасного парня. В 90-х продажа джинсов практически сошла на нет, потому что родители запрещали своим детям носить джинсы. Учителя тоже запрещали ученикам появляться в школе в джинсах. А производителям джинсов вещей пришлось создать группу защиты под названием «Джинсовый совет». И консервативная Америка откликнулась на их призыв, и джинсам был дан второй шанс. И в начале 60-х школы вновь наводнили детишки в джинсе. Благодаря Голливуду и рок-н-ролльной культуре, а также культуре подростков, они стали неотъемлемой частью нашего с вами взросления. Синие джинсы стали любимым предметом одежды самого большого поколения в истории. За некоторыми парами джинсовых брюк того времени сейчас гоняются охотники за джинсами, желающие на этом наживиться. Сегодня мы заедем в магазин, который обязан своему появлению 40-50 лет назад железной дороге, в котором вряд ли что-то изменилось. Это обычный магазин с обычными товарами 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Отец Лилиозы построил этот магазин, когда ей было всего 10 лет. И она часто помогала ему. Это брючки от Levi's за $5.50. Беру. Брит не шутит. Он действительно купил бы их. Главное то, что это настоящий Levi's. Могу точно сказать, что это 1900 какой-то год, где-то с 56 по 62, потому что здесь заглавное «Е» на ярлыке. Здесь же написано «Выпуск 501, 2X». Это значит, что здесь должны были быть заклепки. Так-то. Брит не откроет все свои секреты торговли. Чтобы уметь читать джинсы, нужно потратить годы, смотреть, выбирать, прикасаться, даже мерить. Если бы я рассказал вам все тонкости, как я читаю джинсы, я бы остался без работы. А сейчас эта работа стоит денег. Я бы хотел предложить вам $1500 за эту пару джинсов, 1000 за ту, а за тот жакетик плачу $500. Да. Но вы меня к этому не склоните. Вы же знаете, что они хранят мои воспоминания. Конечно. Если вдруг решите что-нибудь продать, звоните. Да, конечно, мы вам позвоним. Очень много раз я думал, что находил священный Грааль. И я много раз ошибался. Но и был прав тоже много раз. Синие брюки из денима.
Деним — это от французского «Серж Деним» — ткань в городе Наймс во Франции в 16 веке. Синяя краска с древних времен, получаемая из растения индиго. Джинсы получили название от штанов, которые носили моряки в 16 веке в Генуе, что во Франции. Пара метров хлопчатобумажной ткани деним, пара унций краски индиго и полдесятка заклепок. Составляющие довольно просты, но все вместе — это целое искусство. Семья Майкла Сильвера делает джинсы в Канаде уже более 80 лет. Майкл Силвер. Мой отец едва ли не насильно одевал меня в джинсы. И иногда я был единственным ребенком в школе в джинсах, потому что он хотел знать, что скажут о них люди. Сейчас Майкл — президент Silver Jeans, и это его любимый проект. Линия, названная 1921, год, когда его великий дядя начал семейный бизнес. Это похоже на то, когда Левайс придумал джинсы, которые превратились из рабочей одежды во всемирно известный предмет гардероба. Компания Майкла выпускает около 6 миллионов пар джинсов в год, так что он превратил этот процесс в науку. На обычные джинсы тратится около 18 минут. И эти 18 минут включают 33 разных процедуры. Кройка и шитье с годами не сильно изменились, но в наши дни важно то, как ты закончишь их шить. Последние 5-6 лет популярна тенденция надевать поношенные джинсы, вспоминая о том времени, когда они были вашей любимой парой джинсов. Итак, у Silver Jeans есть собственная часть древности. У нас имеется специально обученная группа людей, которые вручную работают над джинсами. То, что они делают сейчас, это шлифовка шкуркой. Это так называемая быстрая перемотка, когда создаются похожие на натуральные складки, которые как будто протерлись годами. Мы же их получаем очень быстро. Вот эти самые потертости между штанинами, под коленями, снизу штанов, которые джинсы приобретают в течение долгих лет. А это комната, в которой делается напыление. Здесь на джинсы вручную наносится отбеливающий гель. Именно на те места, где джинсы после долгой носки становятся светлее. А здесь у нас что-то вроде джинсового пирога. Верно. Сперва джинсы скручивают, фиксируют их смолой, затем высушивают эту смолу, и затем смолу счищают с джинсов. Также скручивая их вот таким образом. Затем запекаем их снова, предварительно повесив их на вешалку. И кто бы мог подумать? Моя мама, например, точно бы не догадалась, что, выбирая джинсы, мы будем искать доказательства того, что их скручивали. Это и есть качество. Все это попытки искусственно состарить абсолютно новую джинсовую ткань. И это показывает то, как умело вы можете обращаться с тканью, чтобы она выглядела так, как будто ей действительно много лет. Производители джинсов беспокоятся о их неповторимости, так же, как и об их стиле. Вы знаете, большинство лучших марок, появившихся недавно, выбрали для своего имиджа классическую идею рок-н-ролла. Они хотят, чтобы их джинсы выглядели так, как будто их носили участники рок-группы 1968 году. Это происходит потому, что синие джинсы всегда символизировали одного из самых значимых бунтарей современной истории. К концу 60-х первое поколение детей, выросших в синих джинсах, стали подростками, и очень многие из них были не согласны с политическими взглядами. И так они начали протестовать за гражданские права, равенство полов, конец войны во Вьетнаме. Синие джинсы стали униформой протеста. Они носили то, что не носили ваши родители. Они носили то, что правящие круги не носили. Целая культура выражала протест против моды. Экономные студенты открыли для себя, что старые джинсы были дешевле и удобнее, чем новые. И эта антимода не имела ограничений по полу. Все больше мужчин и женщин носили одежду в стиле унисекс, а джинсы являются ярким его представителем. Тогда же хиппи стали переделывать свои синие джинсы и ставить на них заплатки. Они не обязательно должны выглядеть как ковбойские брюки или рабочие штаны. Вы можете отделать их вышивкой или всячески украсить. Деним стал полотном для поколения молодых художников. Один из них увидел возможность показать джинсы в таком виде, в каком они еще не были.
У нас появилась идея связать джинсы с миром моды, тем самым сделав их флагом поколения. Адриано Голдсмит очень уважаем в джинсовом бизнесе. Его образы украшают такие всемирно известные марки, как Diesel, Replay и Gap Jeans. Сегодня все интересуются джинсами как кинозвездой. Но когда я только начинал этим заниматься, с джинсами не считались, их не уважали. Вернемся в ранние 70-е. Адриано впервые стал использовать отбеливание как способ, чтобы состарить джинсы. Но сегодня он более заинтересован в том, чтобы вернуть первоначальные синие джинсы в мир высокой моды. Эти джинсы с золотой нитью, безусловно, очень и очень дорогие. Но в них то, что ранее не использовалось. Цены на его джинсы тоже своеобразное открытие. Эти джинсовые брюки продаются в одной японской компании за почти 2000 баксов. Когда речь заходит о самых последних моделях джинсов, главное там детали. Что касается джинсов, самое сложное — это пуговица, потому что всегда трудно управляться с пуговицами. Вы ломаете свои ногти, и это просто сводит с ума. Поэтому в течение 2,5 лет мы разрабатывали самые удобные застежки для джинсов. И знаете, они стали гораздо дружелюбнее. А внимание к деталям играет очень большую роль. Производство самых дорогих джинсов требует самого современного оборудования. Итак, Адриано купил производственную прачечную в Лос-Анджелесе. Это его лаборатория Денима, где он подвергает свои изделия всем видам необычных испытаний. Сейчас вы можете наблюдать тотальные изменения моды, потому что нынешняя мода очень сильно отличается от того, что носили раньше. И новая мода требует новой обработки ткани. И мы шаг за шагом развиваем это направление. И всегда много дел. Сейчас существует новый способ обработки денима, благодаря которому получается своеобразное напыление. Видите, джинсы смотрятся совсем по-другому. Чтобы джинсы выглядели по-новому, приходится испробовать множество новых рецептов обработки. Сотни миллионов пар джинсов подвергаются этой обработке каждый год. И вся джинсовая промышленность получает новый толчок к действию. В Мексике экологи сфотографировали ручьи и реки синего цвета из-за того, что там постоянно промывают джинсы. К тому же выращивание хлопка является одним из самых насыщенных пестицидами производством на Земле. Но это можно изменить. Дизайнер джинсов и эколог-активист Тиара Дель Форте считает, что синие джинсы могут стать зелеными. Нет никаких доводов против, почему вы не можете быть стильным и зеленым. Тиара производит джинсы из хлопка и использует труд, не нарушающий права человека. Когда эта идея появилась у меня пару лет назад, я подумала: о боже, это способ вывести мои джинсы на несколько шагов вперед. И знаете, спустя 2 года могу сказать, что немногие меня опередили. Она также пытается разработать способ промывания джинсов, минимально загрязняющие окружающую среду. Это джинсы, произведенные с минимальным загрязнением окружающей среды. Эти джинсы ополаскиваются, они промываются. А когда джинсы изношены, Тиара дает старым Дель Форте новую жизнь, что может закончить существование на свалке, заново входит в мир моды. Мода не настолько важна, она же не является чем-то жизненно важным. Так как же вы связываете это со своими принципами? Для себя я нашла способ, как это сделать, и я довольна тем, что получилось. Привет! Добро пожаловать в мою квартиру, и я покажу вам мои джинсы. Диана Тинг из Пасадены едва находит место в своем доме среди всех ее синих джинсов. Вот эти моя первая пара джинсов, и в то время меня не интересовало ничего, кроме цены. Как и многие другие, Диана просто не может выкинуть старые джинсы на помойку. А вот это одни из первых моих джинсов. И самое важное на тот момент было то, как в них смотрится моя пятая точка. Для Дианы вчерашние синие джинсы — способ перестраховаться. И я никогда их не выкидываю. Никогда не знаешь, когда наберешь лишних пару килограммов.
Для многих женщин то, как сидят синие джинсы, это все. И стрит-деним на выезде из Чикаго как раз то, что нужно, если вы хотите, чтобы джинсы сидели как влитые. Если вам нужна примерочная, пожалуйста, подойдите к дальнему подиуму и впишите свое имя. Клиенты из стрит не бунтари, хиппи или ковбои. Основные покупатели – женщины, понимающие толк в моде. Знаете, потому что сегодня вы можете носить джинсы как повседневную одежду, так и на выход. Росту современной джинсовой индустрии способствуют такие женщины, как Сара, которые способны потратить пару сотен баксов на выгодно подчеркивающие формы дизайнерские джинсы. А знаете, иногда приходится пройти лишнюю милю только для того, чтобы твоя пятая точка выглядела немного больше. Главное, чтобы вещь сидела на вас. Даниэла Кларк, владелица и дизайнер Франки Би Джинс. Ее сексуальные джинсы с заниженной талией появились в студии Даниэлы в 95 году. И эти низкие, показывающие живот джинсовые брюки создали новое направление моды, скопированное другими производителями джинсов. Для меня они не были сексуальными. Это было что-то большее. Вначале они были более, знаете, более удобными. Низко сидящие джинсы, они не сдавливают живот. Я часами ходила по магазинам в поисках нужных мне джинсов. Мерила и уходила ни с чем, потому что они не сидели на мне так, чтобы мне было удобно, чтобы я чувствовала себя хорошо. Поэтому я купила старые джинсы на пару размеров больше, разрезала их, перекроила и перешила так, чтобы они сидели точно по мне. И я делала так многие годы. А другие женщины спрашивали меня, где я взяла такие джинсы? Даниэла производит джинсы только для женщин, потому что она знает, что им нужно. Я чувствую, что у меня больше власти, когда я в джинсах. И знаете, некоторые мои друзья, с кем я разговаривала на эту тему, тоже чувствуют себя лучше, немного сильнее, более увереннее в себе. Женщины в синих джинсах сегодня в порядке вещей. Но в начале 20 века женщинам в джинсах или любых других брюках это было недопустимо. Но затем социальные изменения, начавшиеся с суфражисток, позволили женщинам работать и разрешили им надеть джинсы. В то время, когда женщины начали принимать активное участие в общественной жизни, наступило незадолго до Второй мировой войны. Это даже началось во время самой войны, когда женщины пошли работать на фабрике, в то время как их мужья были на войне. На сотнях американских судостроительных заводах крепкие женщины выполняют ту же работу, что и мужчины. Средства массовой информации стараются поддержать военную экономику, продвигая идею работающих на фабриках женщин. А в 1943 году Норман Роквелл разместил фотографию Рози Риветер в углу субботней Ивинг Пост. Женщины в джинсах больше не выглядят странно. Этому пришлось сделать долгий путь, пока не укрепилось в умах мужчин, что женщине не обязательно надевать домашний халат, чтобы выглядеть женщиной. Женские джинсы сегодня не имеют ничего общего с теми мешковатыми рабочими штанами 40-х годов. Они призваны сделать лучше все виды женской фигуры. Но многие из лучших марок делают акцент на какой-то один тип фигуры, как, например, Пейдж Адамс Геллер. Эти слишком тесные, мне кажется, и мои ноги ужасно сжаты. Пейк известна всей модной индустрии как модель форм. Но не та модель, которая демонстрирует последние новинки высокой моды на подиуме. Пейк — образец женской фигуры, по которой выкраиваются и шьются джинсы. Чтобы быть моделью женской фигуры, ваши объемы должны попадать в определенную категорию. Когда дизайнер моделирует что-то, и если есть размеры, вы где-то посередине. Формы Пейк творили чудеса для всех успешных марок джинсов, которые конструировали свои модели по ее фигуре. Но это еще не означает, что они ей нравились. Нет, мы считаем, что джинсы должны быть ниже. И, на мой взгляд, джинсы должны сидеть так, чтобы в них нельзя было даже сесть. Мне нужно только стоять и позировать в клубе. Итак, женщина, являющаяся образцом женской фигуры, начала кроить то, что ей нравилось. Я начала осознавать, что был какой-то провел. Я работала в основном с мужчинами-дизайнерами, и я чувствовала, что хочу права голоса. Всего за несколько лет ее компания ворвалась в мир денима как шторм. Ее модели женских джинсов стали так популярны, что сейчас она, путешествуя по миру, постоянно встречается с поклонниками ее джинсов. Сегодня она собирается на встречу в Сан-Франциско. Привет, рада встрече. Спасибо за то, что вы мои поклонники. Я люблю ваши джинсы. Все о них только и говорят. Привет. Меня зовут Эллисон. Приятно познакомиться.
Я всегда задавалась целью, чтобы мои джинсы подходили девушкам с разной фигурой и формами. И мои джинсы имеют все размеры до 34-го. Ни одна другая линия джинсов не доходит до такого большого размера. Но я планирую в будущем прибавить еще один размер. Дайте-ка взглянуть. А эти выглядят здорово. Работая с личными вкусами, я стою в примерочных кабинках с женщинами, которые говорят: «Мне не нравятся джинсы, которые на вас». И потом видишь выражение их лица, когда они их надевают, и говорят: «О боже, в них моя попка классно смотрится. У меня задница, как у подростка в этих джинсах. Спасибо». Это удача. Угодить миллионам жаждущих любителей джинсы с подбором нужных им джинсовых брюк. Фактически, такой сервис сегодня доступен по интернету. Мы зададим вам несколько вопросов о том, как ваши джинсы сидят на талии, сзади и на бедрах. Многие после 2 минут уходят, не так ли? А мы можем предложить им джинсы, которые будут сидеть идеально. Итак, как же они этого добились? Разговоры людей на Zafu вертятся вокруг тысячи женщин всех размеров и форм, предлагая им померить десятки разных марок джинсов. Здесь они выше, чем нужно, и жмут сзади. Что мы видим? Это ваша традиционная проблема — лишний объем сзади. Эти сидят на вас намного лучше. Как только Zafu распознает ваш тип фигуры, довольно быстро он составит список всех марок и моделей джинсов, которые будут сидеть на вас идеально. Мы обнаружили, что из всех женщин, пользовавшихся Zafu, 95% говорили, что джинсы сидят идеально. В то время как сервис Zafu для покупателей бесплатный, в Великобритании женщины тратят большие суммы, чтобы получить идеально сидящую вещь. В модном районе сердца Лондона Таня Фауфель разделась для того, чтобы ее исследовал сканер, чтобы подобрать ей нужные джинсы. После того, как однажды у вас появляются джинсы, сделанные специально для вас, к прежним вы уже не вернетесь. В то время как измеряющий тело сканер снимает более 200 мерок, компьютер генерирует виртуальную Таню и создает модель джинсов, сидящие на ней идеально. Эти джинсы сделаны только для вас и ни для кого больше. Так, например, на каждой паре джинсов будет вышито ваше имя. В случае онлайн-покупок, который нам позволяет делать это устройство, если однажды вас измерил этот сканер, то потом вы можете примерять разные пары джинсов, на самом деле находясь вдали от примерочной кабинки. От поселенцев, работающих на границе, до возглавляющих списки, шествующих по красной ковровой дорожке. Только синие джинсы могли совершить такой прыжок. Это может быть окончательное утверждение фэшн-демократии. Вернемся в страну ковбоев. Брит Итон все еще охотится за поношенными синими джинсами. Сегодня мы собираемся добраться до места под названием Манкос, Колорадо. И мы встретимся с людьми, которых до этого я видел всего раз. Я думаю, что у них одна из тех старых ферм, которые были на стыке веков. Семья фермера Пита Доуэрфа выращивает здесь скот еще со времен Великой депрессии. Но сегодняшний день точно удался, раз мы приехали сюда. Для Брита эти сараи — настоящие сундуки с сокровищами. У вас наверняка есть старый брезент, который я с удовольствием куплю. Здесь, думаю, все, что есть. Хорошо, идем дальше. И здесь что-то есть. Что это? Здесь может быть вещица на миллион баксов. Это может звучать смешно, но для Брита нет такого куска старой материи, на которого не нашелся бы покупатель. Может быть, вы сможете перевезти это в Лос-Анджелес и выгрузить в моем доме в Розебау? Я точно не знаю, но думаю, вам смогут предложить около 5 штук за это. Ничто не может сравниться с парой несравнимых старых джинсов. Хорошо, у нас здесь джинсы. Вот где вся прелесть, друзья мои. Итак, у нас есть даже день покупки, приблизительно 5-е. Это очень круто. Вы только посмотрите на это Рождество. Большой маг, итак, это похоже на 60-х. Но опять посмотрите, как ткань выцвела на солнце. Это ведь здорово, не так ли? А с этими, гляньте, даже если это не Levi's, здесь все равно что-то интересное. А эти штаны перешивали дизайнеры одежды. Они думают, что это здорово, представляете?
Снова день большой распродажи на рынке Фли на Роуз Боул. И Брит ехал 12 часов по пустыне, чтобы привезти показать его брюки. Итак, кто желает эти отличные джинсы на все случаи жизни? На самом деле, я эти уже продал. Как только я достал их несколько минут назад, парень, купивший их, японец. Понятия не имею, что он будет с ними делать. Брит продает многие из своих находок японским любителям старой джинсы. Их страсть к барахлу обрастает легендами. И каждый месяц сотни таких любителей перелетают океан, набивают свои чемоданы старыми джинсами и везут их обратно в Японию. Привет! Позвольте показать вам одни джинсы. Ахиро Окада — почтальон в Йокогаме. Он живет в крошечной квартире, но гордится одним местом в своем стенном шкафу, которое выделено под коллекцию редчайших американских синих джинсов. Думаю, что эти самые старые джинсы Levi's в мире. Что-то, что вы никогда прежде не видели. Я не знаю точный год, когда они были выпущены, но мне сказали около 1876-го. Шиничи Иджима коллекционирует различные виды старых синих джинсов. Я люблю грязные джинсы, те, на которых есть видимое искажение ткани. Многие меня не поймут. Я и сам не до конца понимаю, но меня к ним так и тянет. Японцы восхищаются старым денимом. Американский идеал как раз такой, который они представляют. Это может быть напрямую связано с оккупацией после Второй мировой войны, когда американские солдаты носили синие джинсы. В Токио вы найдете множество уличных торговцев денима, но среди них спрятаны десятки крохотных магазинчиков, которые специализируются на редчайших старых синих. Все эти джинсы вручены более 50 лет назад. А, например, эта пара левайсов стоит 25 тысяч долларов. Левайс 1922 год. Владелец Ямана Мисаки видит все эти подарки японцев всему миру. Японцы были первыми, кто ценил эти джинсы, а сейчас их разыскивают по всему миру. Японские торговцы старыми джинсами – покупательский спрос на старый деним. И это положило начало созданию нового направления джинсы промышленности Японии. Один из магазинов производит точные копии старых джинсов. Они находят старые джинсы шахтеров, например, эти, и копируют их. Каждая деталь абсолютно точно воспроизводится на еще не клепанных карманах 19-го. Так как джинсы ковбоев были шахтерными и пыльными, мы смачиваем наши джинсы, чтобы они смотрелись так же. Несколько километров и полдюжины назад. Ironheart Jeans воспроизводит классические левайсы модели 501 1950-х годов. Это суперпочные байкерские джинсы, сделанные по подобию известных Марлона Брандо в знаменитом фильме 50-х. Когда я впервые увидел Марлона Брандо, мне нравилась кожа и мотоциклы, и как выглядели персонажи в синих джинсах. Все это было очень здорово. Это все выражало свобода. Мы хотим джинсы, которые сделают нас жесткими людьми, которые бы ездили на мотоциклах по заметанию. Производство старых джинсов требует особой состаривающей ткани, поэтому когда американские компании отыскали собственные ткани, активно придание сходства с джинсами 70-х-50-х годов, японцы купили их домой. У нас есть множество низкотехнологичных передвижных ткацких станков на нашей мельнице. С тем же успехом, с которым японцы стали мировыми лидерами по производству электрики, они уже известны как производители лучших в мире джинсов. В 2 часах южнее от Токио, в Японии, Кима, производство относится почти с тем же по вкусу производства кимоно. Как раз здесь джинсы покупают из джинсы каковой технологии. Это растение из горного синего растения, этих растений Индии. Это растение дано джинсам, исчезли сухан и сферментирован краску. Более того, синтезант сверил на ту игру, как на Тарской Инго. Все его мои сухан и чма. Это для работы. Каждый путь окунается в курс. Тарцев требует 5 путьков. Работа всего 3 в год. По цене по счету в пару. Продолжение старому амбиту.
Когда то, что забрал весь остальной мир, Макдональд, Кока-Кола, то более важно, весь мир отдал джинсы к классической американской вещи. Я думаю, это значит надеть вещи, не предметные предметы, не вещественные предметы. Джинсы всегда будут иметь две джинсы, выдержать и любить.